свинцовых, гремит мощный взрыв. Это рванула газель, работающая от газовый баллон. Мгновенно начинается пожар. Соседи в ужасе. О, божечки мои. Кто там живет? Танька. Живых хоть нет всех. В доме двое. Глава семейства Константин и девятилетний Игорь. Младших сыновей мама Татьяна повела в детский сад. В этом огненном аду отец только и успевает, что схватить мальчика в охапку и выбежать на улицу. Медом подбежал, сына схватил босиком, выбежать на улицу. Тем временем очевидцы не могут поверить своим глазам. С момента взрыва прошло чуть больше минуты, а уже полыхает весь двухэтажный дом. Там дом лежит, он рухнул. Он, вот эта вот часть, стена сразу вот так вот рухнула. Господи, такой ужас. Ой, как страшно. Пожарные приезжают на удивление быстро, но им удается лишь спасти припаркованные рядом легковые машины и не допустить распространения огня на соседние постройки. А сам дом уже не отстоять. Побежала Галю. Блин. Пришла, там уже ничего нету. Весь дом пламенит. В этот дом Татьяна и Константин вложили все, что было. Накопление, кредитные деньги, мат-капитал и, конечно, душу. Мечтали жить долго и счастливо с тремя сыновьями, но дом сгорел полностью вместе со всем содержимым. Восстановлению он не подлежит. Семья осталась